главными героями турецкого сериала «Сон» являются Булут и Элиф. Им едва исполнилось по 20 лет, но они уже познали, что такое искренние сильные чувства, что означает ненависть и как бороться с завистью окружающих. Все началось с того, что Булут всем сердцем влюбился в красавицу Элиф. Пара мечтала стать одним целым, и цель казалась такой близкой и выполнимой. Но нашлись те, кто позавидовал влюбленной паре и решил сломать их жизни, не дать им соединить свои судьбы. Булут и Элиф не были виноваты в том, что их семьи, где они родились, выросли, различались по классовому признаку. Не было их вины и в том, что их соотечественники привыкли сватать и женить лишь тех, кто относился к одному классу и слою общества. Посмотреть 10-ю серию сериала «Сон» вы сможете 24 сентября.